Во, Балаковское водохранилище. Ну, наверное, так называется. Вот. Это нормальная вода. Вот я только не понимаю, почему вода на мне, блин, потому что я вот весь грязющий, потому что проходил я это дамбу вброд, блин. То есть реально я вброд проходил, потому что там вода. Вот весь мокрый. Вот я немного отъехал вот от той дамбы. Весь мокрый. Потому что вброд переходил. Вот. Еще встречные обливают фуры легковые. Ну ладно. Короче, вот это Балаково. Проехал, сейчас на трассу выйду. Потому что та трасса на Самару прямая. Разница в 22 километра. Лучше я круг дам 22 километра, чем буду ехать по убитой дороге. А так попа болит после вчерашних покатушек. А я проехал там 100 с чем-то только всего. Вот опять подъезжаю к Саранску. То есть я здесь был чуть правее. Ну вот на этом месте где-то. Вот. Перееду обратно. В той же комплектации. Вот такие это. Собираться придется по грязи обратно. Вон грязюка. Ну, она такая. Нормально. Колеса вот чистые, значит, заберемся. Точно все-таки ночью. Ну, все вот как бы так. Сейчас обед устрою. Не, ребята, здесь все равно нереально доплыть. Тут километров 8-10, наверное, до следующего берега. Поэтому как бы... Ну да, еще учтите, что вода холодная. Это вам не море, не бассейн. Так что я сомневаюсь. Да, ну, погода вон какая. То есть я иду вдоль Волги, но за дождями. Не обед. Законный. Красота. Вот чай пью с пряниками. Это вот у меня там горелка. Да, я про номер хотел сказать. Вот нового образца, маленький номер, очень даже удобный. Там, правда, дырочки надо сверлить. Но это очень удобно. Где хочешь, там и сверлишь. Ну, вроде как бы этот. Мопедка, ничего. Коробка новая. Разошлась, поперла. Коробку тоже обкатывать надо. Видно, когда двигатель обкатываешь, коробка прикатывается. Она включалась изначально четко, но сейчас прикаталась, она стала быстрее ехать вроде. Вот столик удобный. Вот столик. Раз, повернул. Он в любом случае это самое горизонтальное. Для эндурика посадка низкая, конечно, но у меня трассовая. Но посадку можно изменить. То есть поднять, опустить, это не проблема. Вон подшлемник сушится. Ну, как бы, вот был чистый, пока этот Балаковское водохранилище там газ не проходил. Там вода вообще кошмар. Брод почти едешь. Ну, сантиметров 15 точно есть место. Вот такой туман. Ни хрена ничего не видно. Стекло визора потеет. С него все течет. Кошмар, короче говоря. Мотоцикл сухой. А визор потеет. Вон, шум есть, машина нет. Здесь метров 50. Но было вообще до 20 метров. Как молоко. Проехала,
50. О, появилась только фара. Скоро вот так летает, блин. Попробуйте нарвить. Метров 50 хотя бы стало видно. Что наверное. Так вообще. Наконец-то выехал из тумана. И тут такая теплынь пошла. Голубое небо. А я вон там был. Тучи, мокро, дожди. Холодно. Замерзли, сейчас вот лежу, отогреваюсь. Благодать, уже березы распустились, пока катался. Ехал, ни одного листочка не было. Красота. Вот такая красота. Главное тепло. Вот такой скромный завтрак на природе. Ноль трассы. 9 часов. Встал рано в 5 часов. Поехал в туман, да чё? Вот теперь решил позавтракать по-человечески. Ну, в смысле, нормально, с горячим чаем. Ну, зато сейчас цепь смажу. Первый день тепло. Первый день. Без тучи, без дождей. И тепло. Наконец-то. Тольятти залил в полный бак. 12 литров. 44,99. У меня на спидометре... Так, это Тольятти, только проехал ГЭС. У меня на спидометре, я скажу, 247. Я на том проехал. 247, это 12 литров. Ну, 250 пускай будет. 12. Общий пробег у меня 5497. Вот так вот. Тольятти. Вот туча, которой я вечно попадал под дождь. Наконец-то она ушла влево. Я весь мокрый. Сейчас подсохну. Солнце вышло. Ура! Вот на подъезде к Самаре вот эта туча меня достала. Она уже три раза меня облила. Вот. Она идет туда, куда я еду. Кстати. Сейчас второй кусочек быстрее не возьму. Вот она такая. Вон туда. Мне как раз туда и надо. Вот так вот. Подождать, наверное. Вот завершение моего путешествия. Приехал до дома. Сейчас разбираю все. Стираться. Прочее. Вот так вот. Все в порядке. Как бы так. Ну, грязный. Это опять под дождь попал. Вот, кстати, эта туча идет уже за мной, которая шла. Надеюсь, сейчас на огород прольется. Угу. Жди. Ну, капает.